Я не буду убивать, я не буду, стой! Я не буду убивать! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Dark Dragon, стаканчик, крошка-крошка, пацаны, скажите крутые слова. Всем привет! Здорово, ты класс. Сегодня мы играем SCP Secret Laboratory на нашем собственном сервере, который вы увидите IP в описании, называется dimas.tv. Я буду играть сегодня за SCP-049, то есть за чумного доктора. Если опять не кушайте, приятного аппетита, а я сегодня заразить должен всех зомбаками. Поехали. А, тварь, да. Гранаты мне кинул. Ого, мне хочет убить. У врача у этого уже есть карточка, которую можешь выпустить откуда угодно его. А, из-за своей медлительности и уязвимости оружия SCP-049 старается нападать из засады. Так он может перевернуть ход игры, выполняя численность исцеленных персонала. Есть! Есть! Я чувака убил! Я сделал его зомби. Ребята, ну что, первый мой подчинен. Это было красиво. Как и написали, делать все из засады. Я так и сделал. Ну что, Серега, он зомби. Ну, этот труп уже разложился, конец. Его не излечить. Не успел. А Дима, так я вроде что? Сразу начинал. Хочешь, скажу тебе кое-что, Дим? Да. Если увидишь ученого, убивай его сразу. Понял, я понял. Рядом. Офигенно, ребята. Круто играть за SCP. Офигеть. Так что, ребята, если вам нравится, когда играть за SCP, плюсик в комментариях. Я буду знать, что вам эта тема нравится. Я буду играть, тогда прям по порядку буду отыгрывать. Можете написать следующее SCP в комментариях, за кого мне отыграть. Ну, мне кажется, напишут или статую, или скромника. И озвучка, да, здесь скромника классная, Серега? Прям плачет. Так, все двери открыты, надо мне найти кого-то. Закрыто. Так, понял, нам сюда. Короче, у нас что-то дверь туда-сюда катается. А чё? Не знаю, кто-то балуется ей. Угадай, кто? Не ты. Не я. А, чё, блин, это мой. Я испугался, уже начал дамажить. Куда идти? Я за тобой иду, веди к людям, я буду людей заражать зомбаками. Ой, крошка. Я не буду тебя убивать. Хаоса. Я не буду убивать. Чувак убегает от меня. Хорошо, я сказал нам остаться. Убегает, убегает. Я его убью. Я его вижу, он от меня не оторвется. Я буду бежать до посинения, пока не сдохнет. А, надо, здесь в комплексе еще два этих D-класса. Так что ты успеешь еще сделать по чутьминах. Да блин, я ж хочу. Прикольная успей. Игрушка. Кстати, чем мне нравится постоянно каждый раунд? Тем, что карта-то рандомная. Еще повстанцы хаоса засранцы. Здесь, вижу, да. Вижу, он спалился. Кстати, а мне кажется, стало. Что когда я играю за SCP, немножко желтизно, да, дает или нет? Да мне нет. Кажется. Не масты где? Я хочу убить этого челепиздрика. Типа скорее убить, он сбежать может. Я бегу за человеком. Он слева. Готов встречать людей. Так, сколько людей играет? Ого, людей сколько зашло, отлично. Все, бей на первую группу. Я живой вообще-то. Да? Блин, я всегда запутаюсь, куда бежать. Карта сюда рандомная. В тот раз было по-другому все, не так. Офигенная озвучка. Так, сколько у меня жизни? У меня мало жизни, кстати. А вот эта дверь электрическая, как то поле, которое... Оно всех лупашит? Абсолютно. Независимо, сколько у тебя жизней? Да. Офигеть. Это прям стрёмно. Блин, я уже запутался, куда идти. Я уже назад вернулся.
Элеватор систем. Куда же мне ехать? Давайте наверх. Офигеть. Музычка такая стрёмная здесь играет. Давайте все лифты сюда вызовем, чтобы я знал, что кто-то приехал. А ты где? Кто? Зомби, это из цепишки своему говорю. Деду. Он бегает где-то. Слышу, слышу, слышу. Блин, так хочется людей позаражать. Никого нету. А так. Тут идут, Дим. Иду, да? Супергруппа за тобой. За мной? А да, я им что да. сделал? А ты SCP, тебя поймать должны. Не, я не дамся. Нашел комнату волшебную. Так, так, так. Я иду к ним навстречу. Так, один лифт спустился, значит кто-то приезжал. Я обошел их. А ты, говноед, такое обзываешься на нас? Вы все дерьмо. Так, а этот лифт куда ведет? Хранилище это куда? Туда не надо. Не надо? Не надо, больно будет. Я слышу какой-то шум людей, сейчас чувствую, меня навалят. Вот стакадло. Закрыл меня. Смотри, какой хитрый жук, а? Ученый мочит. Убейте его. Так, я хочу превратить их, как же успеть превратить их? Так, 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 успею в зомби превратить? Есть! О, один вот зомби есть. Этот труп разложился, не излечить. Ну хорошо, хоть один у нас. Вот это класс! Зомбак пошел, пошел. Подожди меня! Ого, их там. Ого, здесь трупов, о, здесь у меня валяет. Кто? Одного убил, один в портале. Говно убили. Серега, это я был. Это был я. А? Гранату словил? Не знаю. Успею, успею, не успею. Не успеешь, я повстану за хаосом. Блин. Дима, слови. Не надо. Вот это жахтало. Прикольно, граната взорвалась. Я не буду убивать, я не буду, стой! Дружить, да я не буду убивать! Блин, прикольно играть за эксперимента, мне нравится, прям круто! А мне повстанцы убили эти сволочуги. Ну, Дим, ну я хотел с тобой подружиться! Так мы теперь друзья с тобой, пошли! Я тебя даже не трогаю! Тут я слышу. Мы друзья! Ну ладно! Так, я слышу, как электроворота срабатывают. Я буду лучше за тобой ходить. Рядом. Да, прикрывай, сейчас будет мясо. Подключить. Так, не сюда, не сюда. Я уже запутался, где кто. Да, пацаны, вы где? Это. Он почти рядом я с это, с выходом. Да. Серега, если слышишь, что труп. Наверное, чтобы это... Ого, тут мясо. Ого, здесь. Это мало, это круто, что остается все. Блин, электрические ворота, и на раз так-так-так, и вот и ударят меня. Тебе случайно там не больно? Здорово, урона чем-то нанесло. Ого. Опа. Ну, я сейчас их на выстреле поставить, ребят. А куда идти-то? Я не знаю уже, я запутался. Вижу, 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 вижу. Так, офигенный графончик. Я, кстати, поставил максимальную, ребята, графику. Комп у нас есть? Нету. А мне кто-то закрывал дверь. Как это нет, если есть? Открой эту дверь к... Открывай. 106-му. 106-му? Да. Дима, теха. Офигеть. Я пылесос нашел. Жопа, Серега! Будем хранять!
Не-не-не, я туда не пойду. Я туда не пойду. А что здесь? Не советую, сдохнешь. Так, а что тут у нас? Я а что я сделал? Бежим, бежим, я знаю дорогу, я знаю дорогу. Побежали, побежали. А что я нажал? Открой дверь. Комп. Компьютер открой. Ой, всё, блин. Энергии нету. Что мы тут подохнем? Всё, капец. Блин. Будь около двери. Я спасу комплекс, если это у меня получится. К этой двери иди. Он здесь будет открывать. Иду, иду. Камера здесь включена. Как мне дезактивировать, я в этой комнате. Давай уже быстрее. Не открывается. Ну открой. Открывается. Открой. Офигеть, сирена. Перезапуск процедуры содержания SCP-106. Нет, не открыто. Все, я открыто. И там, и не там, не открыто. Ну ты че, ну ком, ты че? Нет. А что сейчас будет, когда эта сирена идет? Это в жопа нам всем? Взрыв сейчас будет. Нас ком предал. Да у меня не появляется значок. Я запомнил. Я помню, музыка стрёмно начинается, ребята. Нам жопа это всем. Это уже близок к смерти. Я уже хорошо знаю эту игру. Кому ты говоришь? А я с чуваком здесь играю. На Q говорю с ним. Ну если бы ты меня не убил, Дима, я на ядрю ходил. Ты что, стрёмно? Открывается она. Ну открой. Через минуту, Дим, тебе хана. Не открывается. Ну пожалуйста, мы умрем. Нету. Офигеть. Во время... Неужели какая смерть? Время боеголовки нельзя открывать эту дверь. Два. Ой. Взрыв боеголовки Альфа. Ну я думал. Ну да. Я очень хорошо запомнил вот это. Серега с пылесосом бежит, я вижу. Нет, я сдох. А, это не ты. Раз запускать. Ну, Дим, ты зачем меня убил? Ты по-хорошему хотел. Так, что у нас тут происходит? Че, кто выиграет, как вы думаете? Драгон гранатами закидывает. Опа. Кадет. Отлично, ребята, полетели. Полетели, победа МОК. Это кто победил? Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.